так расстроен, сказал. Под цыганские мотивы, это же здорово, это прекрасно. Нора должна быть очень страстной цыганкой. Конечно, очаровательно. Закончили свое выступление венгры Нора Хоффман и Максим Завозин. Ну, выступающие за Венгрию. Это такой был цыганский танец, который начался издалека. Что-то там про какую-то ведьму цыганскую, еще что-то. Но, в общем-то, в итоге, мне кажется, какой-то современный цыганский танец. Они все-таки вернулись. Прекрасный, страстный цыганский танец. Великолепная Нора. Полное воплощение образа. С технической точки зрения очень хорошо подготовлены ребята. Нам остается всего лишь ждать оценок
за этот танец. Мы же не можем молча ждать оценок. Мне понравилось все. Мне понравилась Нора вся, абсолютно. Вот во всех ее воплощениях и проявлениях было все прекрасно. И оценки замечательные. Я думаю, они получат. Заслуживают. Максим прекрасно справился с твизлами. Небольшие помарки во вращении в самом начале программы. Не думаю, что должны повлиять серьезно на оценку. Алексей Горшков, их тренер, тоже очень доволен прокатом, как мы видим. Вы знаете, всегда очень важно подобрать грамотную музыку и грамотную хореографию под конкретных спортсменов, друзья. Как только это совпадение происходит, мы сразу с вами получаем огромное удовольствие от происходящего на льду. Вот то огромное удовольствие, которое сейчас я получил от исполнения Норой Максимом этого прекрасного танца, прекрасного цыганского танца. А ничего, что танца. Музыка депрессивная и непозитивная? Или скрытая? Не могу сказать, что она депрессивная. Я бы сказал, что она агрессивная, но ни в коем случае не депрессивная. Да, небольшая такая травмочка на ножке у Норы, которая абсолютно не мешает ей быть жизнерадостной и прекрасной. Алексей Горшков, их тренер. Очень талантливый тренер российский, прекрасно работает и с российскими спортсменами. И вот мы видим с вами великолепную оценку 78-13, что больше, чем у американцев. Наконец, кто-то победил американцев. Я думаю, что просто все встали на свои места. Я не думаю, что речь идет о том, что наконец-то кто-то победил американцев. Ну, речь идет о грамотном рейтинге.